И вообще, вы понимаете, я считаю, что если России кто-то считает, что ей грозит опасность со стороны НАТО, но это не с юга. Достаточно пространства в Европе и европейских границах России для того, чтобы они были использованы. Но вместе с тем я считаю, зная ситуацию в мире и так далее, что и этого не может быть. Вы знаете, я бы не стал никому советы давать, потому что даже самый молодой, значит, глава государства, как только он становится главой государства, он считает, что он лучше все знает, чем другие. Поэтому я никаких советов бы не давал. А что касается моего опыта, мой опыт говорит о том, что не должно быть больше в мире никаких войн, ни холодных, ни горячих. Что все страны должны отказаться от каких-либо претензий друг к другу. Сейчас уже 21 век должен быть веком мира, стабильности и безопасности каждого государства. Одно государство в своих интересах не должно покушаться на другое государство или обеспечивать свою безопасность, нарушая безопасность другой страны.